канава. А там уже не достать. Поехали. Братан, я извиняюсь, а возможно как-то от тебя позвонить? У меня телефон, блин, просто сел. Спасибо тебе большое. Возьми даже мой, у меня просто зарядка села на нем. Спасибо, брат. Возьми, возьми. Ты подскажешь ближайший Бургер Кинг. Алло, я алло. Везде. Да я у человека вот взял телефон просто. Да, поблизости. Ну мне человек пока... Блять, это вообще просто, это невозможно объяснить, бля. Ну что это сделали? Он у меня с руки соскочил, я тебе клянусь. Утонул нахуй. Блин, как, бля? Подожди, а вот это что такое? Вот это что такое? Это твой? Вы куда? Вот и все. Че, вы обманщик? Ну конечно, братец. Камера снимала? Excuse me, bro. Do you speak Russian? Говори. Брат, слушай, у меня, короче, зарядка села. Вот могу я от тебя позвонить? Ребята, у нас... 2 секунды буквально. А ты с какой стороны? Ты мне просто скажи. Спасибо. Блядь, братан, извини, пожалуйста. Ну, что будет делать? Я работаю, мой телефон. Я не хотел этого сделать. Ну, что будет делать сейчас? Бля, братан, знаешь что? Я уверен, ты, блядь, заработаешь. Я уверен, ты заработаешь. Ну, что будет делать сейчас? Я сейчас поеду домой, буду плакать в подушку. Я реально расстроился. Братан, не знаю, что будет. Вот мой телефон там, братан. Это пиздец. Просто, брат, я реально не хотел. Веришь? Нет, я реально не хотел. Братан, дай мне твой телефон, я здесь. Я могу утонуть там. Ну, поэтому я сказал, я здесь, я поставлю здесь. Братан, можешь не лезть в карман, Братан, окей, братан, давай. Зачем ты лезешь в карман? Давай. Убери вот эту тему, убери, да, братанчик. Да, я здесь. Это ты свой телефон в руках держишь? Вот, это мой телефон. Ну, конечно. Почему ты не меня отдал? Потому что мы снимали, родной, это пранк. Ну, это не хочу так, не хочу так. Извини. Две секунды.